Всем привет, с вами Макс Риск, Бритл Аджинал обновление в этом году. 2021 год, привет, я Джипейс, вам поздравлю. Между прочим, Джипейс начали снимать, ну, один стример начал снимать, классно, но это только один разочек. Ух, Новый год уже на носу. Уже, кстати, Новый год, я праздник. Празднуем его вместе с Бритл Аджи. А где Джипейс не празднует, чё? Случается с Джипейсом. Там будет снег? Интересно, знаете. А кто же получит удачу в новом году? Я. Оптимизация щит мира добавлен. Так, обновить. Найти читать. Оптимизация щит мира добавлен новый. Положь. Эффект. Неистовые войны. Новые. Особенности отсутствия. Ничего не делать и просто пожинайся на наградах. Оптимизировано некоторый опыт работы. А где снег? А где новый персонаж? Там зимние. А, так это Бритл Аджи. Ой. Сори, вызывайся. Сори за то, что я показал вам такой экранчик. Это про Тома на канале Макс Риск. Реклама идет. Так, я показываю вам вот. Видно? Сейчас. Видно? Да, изображение. Так. Ой. О. Так, что у нас такое? Где Новый год? Где это все такое? Нет, не зимы. Алло. Монстрам нужны наша крепость. В смысле монстры? Тут уже воюют, между прочим. Друзья, чего ты хотите? Они уже телепортируются туда. Нужно теропортиться и... всех защитить, телепортироваться, всех защитить. Нас напали, черт, шрец. Наши партнеры автоматически противостоят рвущимся монстрам. Молодцы. Единственное, что вам нужно периодически забирать выпадшие из них добычу. Все, а как спасти? Блин, ладно, хоть что-то. Чем выше уровень очищения от тапов, приключения, тем лучше добыча. А что если они придутся ордой, большой ордой? То как будет тащить? Денег нет. Вот этого и стримера. Вот, хай. С возвращением, окей, обзор. Собрать, спасибо. Ладно, забудем. Потом будешь мне скажу что-то. Ну, насчет игры, да. Скажу, что она. Я думал, она хочет чуберов. Ну, возможно, она хочет чуберов. Ну как-то так, вот вообще не звучит отлично. Но как оказывается, она хочет, чтобы преклонилась игра, вот и все. А и тюберам. Не, ну там есть мысли эти тюберов. Они не хотят тюберов, как я понял. Да, ну может хайпуют тут типа. Что-то висит такой тюбер. Что это такое? Драконы. Тут есть дракон. Отлично, просто. Тут мне нравится, Бритл Аджи, я с тобой играть. Это Дюэйджис, как захватили один чувак. Желание. Хорошо, улучшить. Прокачивайте. Подарки. Прям превьюшка. Я на превью поставил. Поставим, могу еще раз поставить, ну блин. Одинаково превьюшки, никто не будет кликать. Рекомендую каналы Макс Риск, Клэш Легионс, все остальное. Так, получаем домучим, подарки. Поделись ссылкой. Все, поделись, обещаю. Что? Дар за участие. А. Вот было бы сообщество, было бы легче. Скопировать, вставить имени сообщества. Есть только на моем другом. Ну, носим от Роблокс и... ух ты. И... Роблокс и Тома. Все серии там. Ну, не все, может быть. Улучшить, если можно. Меня открыть, меня открыть. Ладно, я делаю. Телепорт ставлю. Да, телепортирую, скачу. О, вот загайс, пошли. Где зима? Даже нет зимы ни одной. А где рыбалка? Дом один, дома... не знаю, где мы, если дома. Что такое? Это 20 уровень ранга.
Так, я хочу код звонить, чтобы получить награды. Охота. Вперед. Так, а я займусь чем другими. Рыбалку кто? О, рыбалку. Нельзя. О, рыбалить. Отлично. Кто имеет рыбалить, покажу. Изи просто. Упс, шо. Что не хватает? Упс, не хватает приманки. Окей. Снарядить. Опа-на. Я снарядил чем-то. Приманка, практика. Высокая приманка, обычная приманка. Приманка, практика сначала как приманка. Герзачик можно было? Так. Да. Хранилище тогда. Или продать можно было. Ладно, хоть что-то так, все. Порыбачили, пора действовать. Ну так долго будет идти. Это же перевернулось, как я понял, что. Поздравляю, Бэс. Бас. А почему меня никто не поздравлял? В смысле? Ну чё? Меня никто не поздравляет, алё? Вот тут, блин. Забыли про меня. Про меня на худобу. Ну так, что я скажу. Про Детли. Дайте рыбу ставить. Ой, сори. Вот такого у нас сюда. А это все наше у нас есть. Вы прикалываетесь, да? Все рыбу словили, да? Надо ловить. Ладно. Прикольно будет бритовать. А Джвейпс, ну тоже прикольно, конечно. Но, блин, на Ютубе, между прочим. Сейчас быстрее будет скоро время делать. Тогда кто мой ролик будет смотреть? Вот кто? Не, ну конечно, может быть, будет. На помощь, да? И все, я никому не стану не нужен. Я просто тут, лишь бы снимаю, помогаю, гайду и все. Астринь, когда я буду. Кто не будет смотреть? Никто, не? Ну, это очень классно. О, вот сколько тут игроков, слушайте. Тут вообще ничего не умеете. Ладно, значит, судьба. Не судьба, точнее. Не судьба. На, каштанчик. Не. 30к мяса. Нормально, подарок. Угадай лотерею. Окей. Викторина. Я поговорю. Поговаривай, что вождь весьма умен. Что он ответил на это? Окей. За выполнение основных задач положение награды. Думаю, да. Санки, я выиграл викторину. Так, давайте еще одну. Я там перерывчик. Вроде бы легко вообще есть. Для вообще классников, для школьников. Ну, в общем, друзья, я думаю тоже. Я думаю, все уже взрослые. Не знаю, почему так подумали эту игру, такую стабильную. Вы не что, может, они умные? Вот заказ, мы все умные. Все образованные. Но если бы школьники играть, если прям хотите вот просто вот так вот. Да, Сом, привет! Отдать хранилище, давай, хранилище, нормально. Что еще нужно? Давай, ну там есть пару. Очень понятно. Но если нас будут смотреть школьники, привет всем школьники, я тоже буду школьником. Нормально все. Было. Мы рыбу ловим. Тихо, только смотрите, не перерывать. Да, мы освободили рыбу по названием окунь. Жарить или хранить? Конечно, жарить. Зачем хранить? Все, жарим и мясо получаем. Хранить мы не будем. Жарить и мясо получаем все этим духом. Пошли еще раз. В общем, школьник, который... Блин, как ты позорно это называете, я сам по таким. Да. Что такое, а? Да, еще один. Да хранишь, давай. Хватит? Или два еще? Упс, шо упс? Шо там? Ну, вот, думаю, вот за гайс, вот и все. Что такое геймплей? О, привет, подключение. Какой там уровень? Ладно, ну, подключки.
не то, то что нужно. Вот это я не знаю. Ну что за прикол? А, такой вот. Вы так быстро собираете, слушайте. Это как Edge Waves. Собирает обезьянчик. Смотрите, как прикольно. Не, ну в принципе я могу закончить, а вы смотрите на эти цифры. Поэтому всем удачи, пока. А я ухожу, пока. Прикольно тем, я ухожу. Пока всем. Ну что, думаю, так будет скучно, да, сейчас, подождите, сейчас найду комбочку. Да. Так, мы видим, что копится, пока не скопится, хочу кое-что найти. Бакуган Фан Хантер, Дискорд из севера закуплен в календарии, чтобы нашли там. Я тут еще обзорчики делаю другие, потому что в одну игру так скучно, а другие веселее. Так, мой ролик, так тяжелее, вор, блин. Так, это у нас плейлист, новый подписчик у нас. А, окей. Подписчик у нас Нью-Йорк. Окей. Все большое. Так, скопирую и вам скину. Вторая серия. Вот, красота еще. Третья серия. Ну и все, там зуба, конечно. Третья серия. Воля. Тут, ну, нормально. Так, мы сегодня будем играть. Да? А, тут уже все, да? Время есть? Нет. Окей. Вот здесь. О. Ждем, ждем. Думаю, что ушел, я ушел, да? И закрыть видеоролик. Ну, закрывайте. А я тогда буду говорить тем, кто гайд. Все, друзья, мы с вами собрали. Собрать это все на. Вкусное мясо. Забирайте, тащите, чуть-чуть, тащите, точно. Пашут. Прикольная тема, да. Ну не знаю, ханю тогда лет сейчас обратно. Мы на самом погуляем, посмотрим, вообще не вступайте в Discord, там реально прикольно, как у Гану фан-хабы есть правильно. Жаловаться на игроков. Я там немножко вам показал, дальше вы мотивируетесь, ищите клан. Ну, в описании в комментариях. В описании комментариев просто пишите комментарии, там сразу выбивается про эту данную игрушку. Офигенно. О, да. Я тоже хочу спать, как это из стрельня с Edge Waves. Можно из-за этого, но... За $2 купить, слушай, у меня денег вообще нет. Я бросили, между прочим. Других платить за... Про меня они сказали, что есть Edge Waves, мне, ну, возможно, я бы знал. Ладно. Что это подключение? Что это? Иди сюда, вот, берите героя, отправляюсь в битву. Реально, друзья, играйте здесь в эту игрушку. Я забыл про это вообще. Но для стойким игроком разрешено. Пишите, у нас тут варвар. Бой. Это, знаете, похоже на игру, как на... Не
знаю, но я очень похоже. Это как Бакуган Фанхат, точно. И там что-то еще. Вау. Так, вау, что такое? А, так это вторая. Так, окей. Так до конца смерти. Так, вроде мы справимся с ними. Ой! Ой! Я! Офигеть, даже 3x есть. Ну, от смерти! Класс, такой бум-бум. Да, обычно. Блин, ранние замечания. На, с каким. Все, блин, давай дальше. Брау Старс. Так, собрать набор на шансы. Продать. Так, что собрать? Что следующий. Временно охлаждает кого-то. А. Чего? Надо. Три удара, слушайте, у меня реально сильнее, чем я. Так, нам что такое? Это удар смерти, точно. Копьем смерти. С удара. Как называется? А, это двойной удар. Дабл кил, прям скелетон, слушайте, опасная игра. Так, 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 что как называется? Время, временное охлаждение раунда 1. Уносит удар по врагу 3 раза, это что? Восстановляет одного участника. Здорово, окей. На. Я! Ха! 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 Что такое? Время бьет врага, может нанести до пути на вражеский урон. Давай посмотрим. Офигенно, кстати. То же самое, да? Офигенно, даже так живу, помогает. Эконом, не хп, как я сейчас сделал. Это ошибка. Николай же нужно не экономить, а просто валить по полной. Ты давай слабый их, а мы будем дальше гладить. Конечно, класс. Давай, сорочай. На. Сразу вырубили. Шикарно. На. Двоих шикарно. Они почти, кстати. Молодец, слушай, ты реально сильный. Не зацени. Мяу, мяу. Это как... Окей, соберем. Барабум, барабум, барабум. Барабум, барабум, барабум. Хочу еще. Подай. Трус. Еще 3 раунда, нормально, мы справим. А, для обычного будет, конечно. Специально, ну конечно специально. Так, вот эти убить я. Бля, крыса. Так, давай, добью. Классно. Я, конечно, бедненький, да. Что поделать? Разве? Я 14 лав. Да, правда. Эх, как убивать. Блин, кошку убиваю, ну что за игра, блин, такая жестока. На. Что делать? А, так, не забыл. Я не знаю, почему, что. Мяу. Блин, ну реально опасно, зачем так? Я музыку только вылечу, вот так вот, чтобы вам было не слышно. Подержи, блядь. Вот, начал играть в Бладжи. Да, лучше играть про Тома, Макс, Респект. А? Ну что такое, блин, не бежайте. Последний какой-то. Вырубаем одного. Потом последний остается. Мы рубаем его тоже. На. Там мы ударили, кстати. На. 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 А он не придумал. На. У нас же всяко, он понял. На. Сувенирс. Заберем бой. Следующий бой. Кто он так? Да, Дискорд, загрузим комментарии, ссылка на Инстаграм, Твич, там что-то еще. ПК тоже сообщество. Потом через сообщество найдите меня или просто Макс Риском найдите меня. На! Вырубили. Так, это тройной удар. Это что такое? Красно, да ничего там. А, слушайте. Капец, надо рубить всех. Да, опасно, ну так, давай. А, 133 хп, как понял. Удар ноги смерти. Ой! Ну, понял.
топор сила. 337, а тут 333. Как я понял. Ну, ладно, в принципе. Топор уже три раза. Ну ладно, они прикольные персонажи, так что нужно их простить. Ну и Чивипс, я не ждал такого, что они не, ну, предали между прочим. Так что я боюсь компанию Чивипса, игру Чивипса. Вдруг они мне продают, что скажут. Тут еще одна ютубера, которые взрослые эти, опытные тебя. И все, он будет за нас снимать. Встань, пошел вон, глянь по нам. А так я выйду все дрова. Если так будет, то будет плохо, друзья. Так что подписывайтесь на остальные канал, чтобы если мой канал по IGWaves удалят, то есть остальные каналы. Поэтому мне все равно, вы подпишитесь или не подпишитесь, я буду только снимать куча роликов, чтобы всем сказать, что это капец как опасно. Они реально хотят меня выгнать с Чивипсом. За что? Реально вы мне уже вырубили только одноглазого, слушайте. Что за прикол? На этого? Нет, давай, почему нет? Блин, давай толкаться, а? На. За сферой 527, значит, что еще было? Понятно, и все. На. 625, 627, нормально. Так, давай. Ну, хп. Отлично, так, чтобы не все бухать. Давай, хочу пройти к вообще игру по полной программе. Давай, не, не вали его, не, хорошо. Так, сразу. В общем, эти вебсы мы не доверяем, мы доверяем своих государств. Ну, давайте следим своих, посмотрим. Если игра лучше с ней, чем эти вебсы, то зачем играть эти вебсы? Своя игра, лучшая игра. Не, ну, можно, в принципе, там пока. Потому что он сам прикольный. Вау, он сам, но снова герой. Глазик на основе героя. Нам дали глазика. Я потом попробую, друзья, не сейчас. Когда будет четвертое место, потому что будет еще 4 места. На самом сильнейшем это вроде бы есть 14 уровень, 3 уровень, 2 уровень. Я не знаю, как это произошло. Что я прокачивал, и его меня выбрал. Я помню, да, где-то прокачивал пару серий там на канале, чтобы искать. В общем, реально крутая тема. На. Давай еще удар. Так, ты. Сила небес. Присоединяйся ко мне. Да, классно. Так, реально. Тропа. Окей, убиваем всех, давайте. На, вдыгайся. Вот дыгай. Ну, мимо. На. На. Отразил атаку. Хочешь? Подкова, хочешь дам? Подкова смерти. Подкова смерти, чё? Ладно, нормально. Вот дыгайся. Вот дыгайся. На, убивай еще удар. Верно, да. Так, последний. Ну, давайте завалим кабана. Я, кстати, хочу тебя на прию поставить. Если время. Думаю, будет время. Останьте на приюшке, то будет нормально. Отдыхайте. Когда будет время. Так, давай сначала этого. Маленьких, то есть. Супер ульта. У меня просто две ульты, у тебя три, у тебя три. Поэтому так, видите. Так, давай. Супер ульта. Удар небес. Я же говорю, самая сильная ульта в жизни. Так, тройная ульта. Смертельное убийство. Класс. Блин, ты не врубайте всех, его маяка, на. Давай, женщина, блядь. На. На, красава. Давай, лежит этого кабана. Ах, я всех убью. Прикольно, тема. Вот нравится мне бритвач. Зачем мне Эджбейтс? Ну, Эджбейтс это как дополнение, между прочим. Ну, ладно, блядь. Бокс. Я хочу вообще часовой ролик залить. Ладно, потом меня тренируем. Когда будет стрим, то там можно. Минус 4, это последняя катка. Последние там волки. Это нормально. У нас просто 5 звезд, а у волков 3-4. И вот если мы взяли бы такого, у нас было 2 звезды. Если вы там еще пересмотрите. Так что есть чему стремиться. What the guys? Ну давай, там же будет перерывчик или сразу. Я думаю, можно это не класс. Блин, какие они милые, блин. Зачем рубать? На, вот гайс, убирай его, на. Сва, ну, на, вот так он. Убивай. Блин, кошки какие-то. Что делать, а? Да, блин. Они, кстати, стали сильнее. Волк, блин, это босс. Видите, босса большого. Блин, мне реально точно станут. Ага. Так, вот ты лучница, а мы его, окей? Ты против двоих, а мы против него одного. Он просто большой мальчик. Большой мальчик, убей его. Большой кинг, убить всех. О! Почему город так опытный, что так веселее? Скоро, кстати, будет что-то опасное. Блин. Что сейчас будет?
А нет, блин, какой сучи, это намек на то, что будет пофиги. Ну мы вырубаем немножко, но, блин, это долговатенько. Это классно. Между прочим, так давайте уйдем одну хотя бы. Потом уже ты ее, а мы. Не, в принципе, ты можешь прикрыть нас. Прикрою, конечно. Но... Все, один остается. Блин. Давай. На. Сука, блин. Регенерашн. Регенерашн. Класс его. Я бесстрашный. Я викинг. Я викинг. Тут один чувак. Нормально. Мы вырубим его. Волка вырубаем все. Давайте вместе. Он прям уже устал. Ну, сам наполнил чувак. Как мне шел, блин. Непонятно. Ладно, так уже быть. Че ты кусаешь другого нападаешь? Видишь? Я думал, ты не мужик, как я понял, да? Ты не мужик. Ты мужик или нет? Сейчас я понимаю, тебя будет все хорошо, не там. Воспитаю, но хуже дадим все нормально. Вот загается. Ладно, убили его. Жаль. Блин, он такой был хороший. Ну почему? Игры хотят убить таких вот людей. Вот именно животных. Вот непонятно вообще. Обидно уже. Сражайтесь, сражайтесь. Это как будто тренировка. Поэтому всем смотр. Риск. Макс риск. Макс риск. Читать вам. Макс риск. Всем удачи и пока.